Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 4 серии F32. Ремонтировать буду переднюю часть и несколько маленьких вмятин. Итак, с машины сняли двигатель и привезли ко мне на кузовные работы. Устанавливаю машину на стапель и снимаю все с левого лонжерона. Как можете видеть, поврежден немного правый лонжерон. Есть вот небольшая складка. И больше поврежден левый лонжерон. Ну что, начну с левого лонжерона. Вытягиваю его. Теперь исправлю правый лонжерон. Лонжерон вытянул. Сейчас этот кусок вырежу. Отравняю и затем варю его обратно. Итак, правый лонжерон я закончил. Возвращаюсь к ремонту левого лонжерона. Высверливаю и удаляю его. Это часть донора. С него беру только лонжерон сам. Вместе сварки вкладываю вставки металлические. Устанавливаю, измеряю и если по размерам все хорошо и просто свариваю. Свариваю только с установленным подрамником. Ну, как видите, по лазеру все стоит отлично, можно сваривать. Итак, лонжерон установлен и приварен. Сейчас промеряю верхнюю часть переда. И если где-то размеры не сходятся, подтягиваю. Итак, сварочные работы закончены, все стоит на своих местах. Теперь покрашу лонжерон. Thank you.
Итак, лонжерон покрасим. Чуть позже начну сборку переда. А пока займусь ремонтом пару небольших вмятин. Ремонтировать буду при помощи споттера. Дверку и крыло заднее подровнял, теперь возвращаюсь к переду. Сначала забрызгиваю внутренние полости мобилью и затем скручиваю всю морду. Вот и все, моя работа закончена. На всю работу эту ушло 4 дня. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!